Итальянская экономика столкнулась с возросшей угрозой рецессии после публикации данных об индексе промышленного производства. Падение этого показателя оказалось более значительным, чем предполагалось ранее. Согласно данным, которые опубликовало Национальное статистическое агентство Истат, объем производства в Италии в ноябре упал на 1,6%. За год падение составило 2,6%. Это крупнейшие потери с октября 2014-го. Схожая ситуация наблюдается в Германии, Испании и Франции. В Пятой республике ускорившееся снижение производственных показателей связывают с протестным движением желтых жилетов. Член Совета управляющих Европейского центробанка Франсуа Вильруа де Гало в четверг говорил о негативном влиянии на европейскую экономику ситуации вокруг Брексита, торгового противостояния с США и неопределенности в отношениях с Китаем. Он призвал не вводить никаких изменений в политику ЕЦБ как минимум до весны, чтобы не способствовать дальнейшей дестабилизации.